Наступил этот день, день последний, прощальный, самый памятный он и немного печальный. Школьный вечер у нас, самый памятный вечер. Приглашаем на бал, на последнюю встречу. Детство свое не забыть никогда.
ты добра, ты даришь звуки, ты даришь краски, и оживают детские сказки. От классики до рок-н-ролла, моя школа. От классики до рок-н-ролла, все дарит любимая школа. Насади его мысли чувства, и бегут твои ученики. Храм благословенного искусства, быстрой стайкой на перегонки. Эта дверь открытая для каждого, и покуда вертится земля. Самое заветное и важное открывают нам учителя. Ты духи, ты даришь краски, и оживают детские сказки. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. Директор верный страж порядка, гарант, как нынче говорят, на все имеет строгий взгляд, и в школе, и школе предан без остатка. Гроза балбесов и повес, дамоклов меч девиц нескромных, не замечает взглядов томных, с достоинством несет свой крест. Мы в нем не видим недостатков, но дифирамбы все потом. После вручения аттестатов, Надежда Борисовна, время ждет. Вам слово. Вот и наступил долгожданный, последний, школьный бал. Торжественный, но грустный. Бал расставания с друзьями, учителями, с беззаботным детством, с любимой школой, в которой мы выросли, научились танцевать, играть в театре, дружить со спортом и трудом, овладели двумя иностранными языками, а главное, получили прочное знание основ наук. Дорогие выпускники, звонок ваш первый был, как будто бы вчера. Портфели, бантики, ответы и оценки. Звонки, пятерки, двойки, переменки. Звонок ваш был, первый был, как будто бы вчера. Волнение, победы и успехи. Все позади, закончена игра. Как жаль, что расставаться нам пришла пора. Вспоминайте школу, вспоминайте. Здесь промчалась детство карусель, красники, тетрадки и шмаркалская кабель. Вспоминайте праздники и будни, конкурсы, победы и всегда. Помните, что здесь вас ждут и любят, как своих детей, учителя. Ваш школьный роман начался в далеком 2002 году. Калейдоскоп школьных будней – это не просто какой-то отрезок времени, это 10 лет упорного совместного труда учителей, учащихся, родителей. Мы, учителя, учились вместе с вами. Осваивали компьютер, новые технологии и профильное обучение. Участвовали в различных конкурсах и проектах. Сегодня мы почти на первом месте после негосударственного образовательного учреждения. Ждем результатов по физике и обществознанию. И уверена, что и в этом году будем в десятке лучших. По русскому языку. Это наш профильный предмет. Светлана Валентиновна Калинина сделала невозможное. Второе место по области, и это уже второй год. Средний балл по области 61,6. По нашей гимназии 79,23. Занимаем третье место среди городских школ области. Впереди нас идут только лицеи, 17-й лицей и 32-й. Причем 32-й лицей физико-математическим уклоном. И у них балл 55,88, а у нас 55,65. Посмотрите, какая. По математике. Кузьмичев Михаил, Калинин Сергей, Абасов Расим. По истории. Власова Анастасия Бачигина Наталья. По английскому языку. Яковлев Иван Терехин Константин. По информатике Бонин Андрей. По биологии.
Татьяна. Шесть ребят нашего выпуска идут на медаль. Уже получают и будут получать сегодня аттестацию отличия. 60% ребят закончило только на 4,5. Это большая заслуга всего нашего педагогического коллектива. Дорогие коллеги, сегодня вы с любовью, теплотой и гордостью смотрите на наших выпускников-гимназистов. Они сегодня по-особому красивы и счастливы. Они готовы к своему первому серьезному выбору, выбору профессии. Спасибо вам за то, что вы подготовили их к сознательной самостоятельной жизни. За то, что относились к нашим детям как к своим. За то, что вовремя заметили их способности, интересы и развитие. Желаем вам здоровья, новых идей, новых открытий, творческих удач и хорошего отдыха лета. Особая благодарность и признательность сегодня классным руководителям 11 классов Марине Павловне Кузнецовой и Борису Павловичу. Спасибо вам, дорогие учителя, за прочные знания, за незабываемые уроки жизни, за доброе и мудрое, интеллигентное отношение к детям, за значительный вклад в развитие гимназии. Вы наша гордость и бренд гимназии. Мы желаем вам вновь в сентябре начать писать новый школьный роман для другого поколения и подготовить еще больше талантливых учеников. Сегодня мы выражаем благодарность всем нашим друзьям и партнерам, которые помогали и поддерживали наше инновационное образовательное учреждение. И вот и вы сегодня стоите на пороге выпуска. И хочется вам посвятить такие строки. Торжественность мы не нарушим. Шаг сделан, пусть он небольшой, вашу школу радовала душу. Дай Бог вам с чистой жить душой. Пускай всю жизнь, пускай всю вечность, со школою не рвется нить. Порядочность и человечность, чтоб удалось вам сохранить. И чтоб сейчас не говорили, что все молча ценится рублем, мы вас достойно жить учили, ум не заменишь серебром. Дорогие ребята, дорогие наши выпускники, я желаю вам счастья, сохранить духовные узы с отчим домом, отдать свои знания на благо Родине, всегда помнить, что за вами Россия и наш Костромской край. Приказ номер 100 от 23 июня 2012 года о выдаче аттестатов о среднем полном общем образовании. Выдать аттестат о среднем полном общем образовании следующим обучающимся, освоившим основные образовательные программы среднего полного общего образования и прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке. Я приглашаю для вручения аттестата наших классных руководителей. Сегодня часть детей будет награждена по решению педагогического совета похвальными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов. И их получат те учащиеся выпускники, которые были призерами и победителями олимпиад и имели отличные оценки по предмету на третьей ступени обучения. Для вручения аттестата приглашается Беляшев Михаил Николаевич и его родители Ольга Борисовна и Александр Романович. Беляшев Михаил учится в нашей школе с первого класса. Показал хорошие стабильные знания на протяжении всех 11 лет. Является победителем интеллектуальной олимпиады среди учеников 5 класса. Это было давно, но интеллект никуда не денешь. Победитель! Михаил является участником всех спортивных мероприятий, проводимых как в школе, так в городе, так и в области. Первый красавец. Ни одно девичье сердце нашей гимназии, да и города, разбито этим товарищем. Аттестация у Михаила только хорошая и отличная. Он награждается при решении педагогического совета за активное участие в спортивной жизни школы почетной грамотой и похвальной грамотой за особые успехи в изучении НПП и ОБЖ. Для вручения аттестата приглашается Бринцова Ксения Владимировна и ее родители Владимир Вячеславович и Наталья Викторовна. С
Ксения первая в журнале по алфавиту. Это с ее фамилии. Проверял учитель готовность класса. Ксения. Надежный товарищ и верный. Как говорят в классе, мы бы пошли с ней в разведку. Мама Ксении, председатель родительского комитета. Поэтому дом Ксении и их родителей всегда дом, где встречаются все гимназисты. Об аттестате у Ксении только 4,5. Мы поздравляем от души и жара. Всего самого доброго. Для вручения аттестата приглашается Власова Анастасия Алексеевна и ее родители Ирина Павловна и Алексей Валерьевич. Анастасия – целеустремленная личность, обладает острым критическим умом, наделена даром мгновенно ориентироваться в любой ситуации и молниеносно принимать оптимальное решение. Интеллект. Победитель 4 олимпиад. Это единственная выпускница среди 11 классов. История, обществознание, право, литература. Закончила художественную школу. Об аттестате у Анастасии 4 четверки, остальные 5-ки. Замечательно. И сегодня по решению педагогического совета мы награждаем Власову Анастасию похвальной грамотой за особые успехи в изучении истории и обществознания. А Ирина Павловна тоже очень замечательный коллега. Для вручения аттестата приглашаются Галкина Мария Максимовна и ее родители Максим Николаевич и Анна Николаевна. Выходят 3 золотых голоса гимназии. Мария одна из них. Этот свой человек в стане администрации, поэтому все новости мы всегда узнавали из первых уст. Мария замечательно учится, обладает хорошими организаторскими способностями. Добрая, отзывчивая, умеет руководить и наставить на путь истинный. И не только учеников. А мне очень приятно вручить сегодня аттестат своей внучке. Незаметно она выросла для меня. И вот сегодня уже заканчивает школу. Она недавно в этом же году закончила музыкальную школу, получила 2-е музыкальное образование, эстрадно-джазовое отделение закончила. В ее аттестате 4 четверки, остальные 5-ки. И по решению педагогического совета она награждается похвальной грамотой за особые успехи в изучении английского, французского языка и обществознания. А родители – это тоже наши учителя, которые отдают все свою душу и свое сердце, время тоже в нашей школе. Спасибо вам всем. В свою очередь хочу сказать спасибо большое директору, что выпустила нашу дочь все-таки без троек из школы. Спасибо всем учителям, которые учили. Спасибо учителям, спасибо всем, спасибо директору, спасибо Господу Богу. Гиньяка Прасул Саидович и его родители, Саид Саидович и Никита Ахматовна. Душа класса веселый, разговорчивый, Ерак, джигит сильный, чемпион школы по отжиманию, чемпион школы по подтягиванию. А на страницах газеты «Нерехотской правды» вы часто встречали эту фамилию как чемпион и победитель по рукоборству. Учите аттестат только с хорошими и отличными оценками Расулу. Ведь это мальчик, который проживал на частной квартире, так как он далеко живет из села. И мы очень рады, что вот нашу гимназию он заканчивает и так хорошо. Молодец. Спасибо родителям за воспитание прекрасного сына. Для вручения аттестата
приглашается Гоношилов Дмитрий Сергеевич и его мама Елена Павловна. Гений гимназии. Ходячая энциклопедия гимназии. Ученик, который мог бы закончить на медаль, но это может быть и наша оплошность. Это самый умный, эрудированный человек в нашем классе. Димка занимается спортом. Ему присужден значок первой степени, то есть золотая маленькая медалька по спорту. Дмитрий у нас прошел огонь и воды, и медные трубы. Также он у нас... Когда он к нам пришел в пятом классе, вы даже не представляете, он пел русские народные частушки, и не один раз. Я настроила еще один его талант. Он умеет перевоплощаться. И если бы кто его видел в роли единожды, вы бы мне поверили на слово. Правильно, 11 класс? Правильно, родители? А сегодня мы вручаем аттестат с отличными оценками. Всего 2 четверки у Димы. Но вот посмотрите, как он сдал хорошо ЕГЭ. И по русскому языку, и по математике у него самые высокие баллы. А сегодня мы награждаем его похвальной грамотой за особые успехи в изучении алгебры, геометрии, физики. А Елену Павловну мы тоже благодарим, а как тоже нам помогает в школе, приводит нам канцтовары. И крайне чувствителен. Ученик года. Исследователь. Занесен в книгу новые имена. Это книга Костромской области. Театрал. Танцует, поет. Сегодня в этом вы убедитесь. Оценки и по-другому быть не может. По решению педагогического совета мы награждаем Говорова Даниила за особые успехи в изучении предмета информатика. Награждается Говоров Даниил от Центра ЧУДЬ почетной грамотой первой степени в номинации «Деятельность разных мест». Награждается Говоров Даниил за активное участие в спортивной жизни школы почетной грамотой. И вручается благодарственное письмо от губернатора Костромской области. А родители Даниила – это тоже наши бывшие ученики. Для вручения аттестата приглашается Иванова Ирина Олеговна и ее родители Елена Романовна и Олег Витальевич. Ирина обладает огромной энергией. Это к ней подходят слова из «Кавказской пленницы». Спортсменка-красавица. С детства увлечена волейболом. И на странице газеты «Нерехотской правды» мы часто встречали ее имя среди победителей этой команды. Слово Ирины в классе – это железно. Сегодня тоже аттестат Ирины, тоже хорошие оценки. И по решению педагогического совета за большое участие, за активное участие в спортивной жизни школы мы награждаем почетной грамотой. Поздравляю. А Олег Витальевич, отдельное спасибо. Он всегда помогал нам готовить наш казахский отряд, который всегда почти что с победой возвращался в Тримурани. Спасибо вам. Для вручения аттестата я приглашаю.
приглашаю Калинина Сергея Алексеева Алексеевича и Сергей – это доминанта по росту в классе и в школе. Но что самое главное – это доминанта по чести и совести. Весь серебряник всегда готов прийти на помощь. Наверное, и профессию свою, будущую избрал. Это связано с МЧС. Лыжник увлекается в детстве. В основном пятерки, 4 четверки. Замечательно учился, старался все эти годы. И по решению педагогического совета Сергей награждается похвальной грамотой за особые успехи в изучении алгебры, геометрии, физики. И, конечно же, почетной грамотой за активное участие в спортивной жизни школы. А мне хочется сказать отдельное спасибо, отдельное благодарность Светлане Валентиновне Калининой, которая была мамой, наверное, всем вот вашему выпуску, всем 43-м. И благодарность и признательность за высокие результаты на единых государственных экзаменах, за самоотверженный труд, за заботу о детях, понимание, взаимоотношения с родителями. Такой учитель, гордость гимназии. Спасибо вам. Для изучения аттестата приглашаются Карпова Анастасия Сергеевна и ее родители Наталья Вячеславовна и Сергей Александрович. Там приехала из Москвы. Занимается танцами, постоянный участник танцевального ансамбля «Школьные годы». Блещет умом, появляется победителем олимпиад по литературе и русскому языку. Умна, красива, тройна. Что еще надо, друзья? Аттестация у Анастасии только 4 и 5. По решению педагогического совета Анастасия награждается похвальной грамотой за особые успехи русского языка, литературы, английского языка, французского языка. Мы желаем, чтобы все мечты сбылись. Удачи вам! Для вручения аттестата приглашается Келинкин Татьяна Сергеевна и ее родители Юлия Евгеньевна и Сергей Александрович. Татьяна скромная, застенчивая, улыбчивая девочка. Учится в меру своих способностей довольно-таки хорошо. Что самое приятное, как учитель математики, она меня до глубины души поразила своим результатом на ЕГЭ по математике. Она завоевала, набрала 56 баллов, показав 56-й показав 8-й результат. Извините, я волнуюсь. Татьяна поразила меня до глубины души. Я очень рада этой ее победе. Она у нас великая спортсменка. И 2 года подряд в программе «Кострома. Здоровье. Спорт», переламывая себя, она бежала усиленно 1000 метров. Это ли не борьба над собой, не борьба с собой? Молодец, Татьяна. По решению педагогического совета награждается Келинкин Татьяна похвальной грамотой за особые успехи в изучении предмета биология. Мне хочется сказать спасибо большое этой многодетной семье. Папа и мама – активные наши помощники. Сергей Александрович – это наш учитель, бывший учитель трудового обучения, мы которого тоже очень уважаем. А Юлия Сергеевна тоже очень активно всегда помогает в школе. Спасибо вам! Thank you.
Саша — это пример скромности, трудолюбия, упорства, увлечена химией и биологией. В аттестате у Дарьи тоже хорошие и отличные успехи. И нам хочется пожелать, чтобы все мечты сбылись и все надежды ваши исполнились. Счастья и удачи вам в поступлении в высшее учебное заведение. Для вручения аттестата я приглашаю на сцену Нежевскую Марину Борисовну, ее родителей Ирину Анатольевну и Бориса Геннадьевича. Мне очень обрадно, потому что рядом со мной Борис находится. Вам золотинка дорог. Это староста класса. Спортсменка, увлечена иностранными языками, занимается танцами. Сегодня мы вручаем аттестат Нежевской Марине с хорошими и отличными оценками. По решению педагогического совета Марина награждается похвальной грамотой за особые успехи в изучении иностранных языков и ОБЖ. Это очень активная девушка, мы отдельно говорим благодарность и спасибо родителям, которые воспитали такую замечательную дочь. Ну а мама Ирина Анатольевна — это наша учительница, хорошая учительница начальных классов. Очень любит детей, очень добрая, отзывчивая, безотказная и всегда тоже помогает и в классе, и в школе, администрации. Спасибо вам, семья Княжевская, за воспитание замечательной дочери. Конева Андрея Олеговича и его родителей Ольгу Александровну и Сергея Николаевича. Слабо вам на руках пройти весь этот зал. Андрей это может сделать спокойно. Слабо прыгнуть с места. Андрей — чемпион гимназии по прыжкам с места. Информатика. Отличными оценками Коневу Андрею. По решению педагогического совета мы награждаем похвальной грамотой за особые успехи в изучении информатики. И мы знаем, что уже все знают, что Андрей стал очень высоко единый государственный экзамен по информатике. Поскольку Андрей у нас замечательный спортсмен, мы награждаем Конева Андрея почетной грамотой за активное участие в спортивной жизни школы. А Сергей Николаевич тоже наш выпускник. И спасибо вам, вашей семье, за то, что вы воспитали такого замечательного сына. При вручении аттестата приглашается на сцену Капалица Юлия Алексеевна, ее родители Алексей Викторович и Елена Васильевна. Трудолюбивая, упорная. Очень похожа сегодня на Татьяну Ларину, но под этим скрывается сильный характер. Юлька награждена значком второй степени в проекте «Кострома. Здоровье. Спорт». Умница, красавица. Хорошо сдала ЕГЭ по русскому языку, набрав 90 баллов. Это тоже ее победа. А в аттестате у Юлии только отличные и хорошие оценки. Мы от души поздравляем семью Юли с выпуском, с воспитанием дочери. Ну а мама — это тоже наша выпускница в прошлом. Желаем вам удачи и поступления в высшее учебное заведение. При вручении аттестата приглашается Городских Максим Андреевич. Александровна и Андрей Викторович.
ним это звезда гимназии, золотой гость, театрал. А какой он чтец, победитель и муниципальных, региональных конкурсов. Это он молился на святой земле за нас всех с вами. Он занесет книгу «Одаренные дети России». Сегодня завершаем результат хорошими оценками городских максимум. И по решению педагогического совета он награждается похвальной грамотой за особые успехи в изучении английского языка и ОБЖ. Праздника! Желаем, чтобы все мечты сбылись. Его родителей Светлану Владимировну и Дмитрия Николаевича. Никита родился с мечом в руках. И когда Геннадий Александрович спросил, где у нас преуспевает Никита, он сказал, во всем. Во всех спортивных мероприятиях Никита всегда впереди планеты всей. Он участник соревнований спортивных, школьных, городских, муниципальных, областных. Учится замечательно, собирается поступать в МЧС. И поэтому мы сегодня вручаем Аксакову Никите похвальную грамоту за особые успехи в изучении ЭДВП и ОБЖ, а также за активное участие в спортивной жизни школы награждается почетной грамотой. Поздравляем успешного окончания школы и желаем успехов. И поздравляем бабушку Евгению Серафимовну. Евгению Серафимовну. Здравствуйте, Евгения, мы уже получили яро. Вас поприветствовали, вы наши первые учительницы. Для вручения аттестата приглашается Меньшикова Екатерина Алексеевна и ее родители Алексей Анатольевич и Юлия Александровна. Катя жизнерадостная, обаятельная девушка, но, как свойственно прекрасной половине, частенько любит задерживаться. Увлечена танцами. И сегодня, конечно, мы вручаем аттестат и с успешным, поздравляем с успешным окончанием школы семью Меньшиковой. Прекрасная девушка, и хочется, чтобы все у нее в дальнейшем было тоже хорошо, чтобы она продолжила свое обучение в высшем учебном заведении. Для вручения аттестата приглашается Негорюхин Максим Александрович и его родители Елена Васильевна и Александр Владимирович. Максим с нами учится второй год. Но мне кажется, что он был с нами всегда. И невозможно представить без его каламбуров и шуток класс. Максим – заботливый брат, спортсмен. И тоже желает свою судьбу связать с ОБД. Поэтому по решению педагогического совета мы награждаем Негорюхина Максима похвальной грамотой за особые успехи ОБЖ, ЭБП. И поздравляем вашу семью, Максим, передай с успешным окончанием школы и желаем всего самого доброго. Приглашается Родионова Диана Андреевна и ее родители Андрей Владимирович и Елена Романовна. Одинаковая, что мама, что дочка, надо перепутать. Слава к Диане пришла очень рано, но она даже и не помнит, когда начала танцевать. Она победитель муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов. Я как-то попытался сосчитать ее грамоты. Их было более 200. Она занесена в книгу «Одаренные дети России». И мы сегодня поздравляем семью с успешным окончанием школы Дианой. И по решению педагогического совета мы награждаем Родионову Диану за активное участие в спортивной жизни школы почетной грамотой. Хочется пожелать.
сказать «Привет, босс!» Как вы поймете? Парой слов он может разрулить любую обстановку трудную в классе. Начинает все улыбаться, шутить. Андрей показывает стабильное, уверенное, хорошее знание на протяжении всех 11 лет. Награжден значком первой степени в программе «Кострома. Здоровье. Спорт». Постоянный участник всех спортивных соревнований по баскетболу, волейболу, как в городе, в школе, в районе, в области. Душа класса, душа компании. Его любят и девчонки, и мальчишки, и мы тоже. А мне тоже очень приятно сегодня вручить аттестат только с хорошими и отличными оценками Рудницкому Андрею. Я его тоже знаю очень и очень давно. Он вместе со своей внучкой ходил в группу в садик «Росинка». И вот очень приятно, какой он вырос, такой огромный. И замечательно закончил школу. По решению педагогического совета мы награждаем Рудницкого Андрея за особые успехи в изучении при учебных предметов алгебра, геометрия, похвальной грамотой. И, конечно же, за активное участие в спортивной жизни школы награждаем грамотой. Спасибо отдельно Ирине Галине за то, что она многие годы была членом нашего попечительского совета родительского комитета и всегда помогала школе. Ее родители Юлия Анатольевна, Сергей Сергеевич.
веселый, живой характер, всегда полна новых идей, замыслов, проектов, увлечена биологией и химией. Сегодня в аттестате только хорошие и отличные оценки Куябовой Марии. И по решению педагогического совета она награждается похвальной грамотой за особые успехи в изучении предмета биология. Поздравляем Шигарского старшего года! Для вручения аттестата приглашается Сартанова Ксения Денисовна и ее родители Денис Ипович и Елена Леонидовна. Скромность, порядочность, ответственность – это свойственно Ксении. Семью Солдатовых в Нерехте все знают, как семью творческой. Ксения тоже. Такой же творческий человек. Это победитель Олимпиады по мировой художественной культуре. Закончила художественную музыкальную школу. А бабушка Надежда Алексеевна тоже наш большой помощник, всегда бывает у нас на литературных вечерах, и мы с удовольствием читаем стихи Надежды Алексеевны. Поздравляем вас! Для вручения аттестата приглашается Сыродовникова Екатерина Алексеевна и ее родители Алексей Николаевич и Елена Петровна. Да не обидится Катя, к ней подходят слова, касаясь Ломоносова. Пришла она к нам учиться из Фёрдовской школы и утерла нос гимназистов. Без репетиторов такие показала результаты по русскому и математике. Скромная, упорная, трудолюбивая. Успехов тебе, Катя, и в дальнейшем. Да, действительно, и в ее аттестате больше пятерок, чем четверок. По решению педагогического совета Сыродовникова Екатерина награждается похвальной грамотой за особые успехи в изучении алгебры, геометрии, обществознания и награждается грамотой за активное общественное участие в спортивной жизни школы. С праздником! Желаем от души хорошего поступления в институт! Для вручения аттестата приглашается Сучкова Ольга Сергеевна и ее родители Светлана Васильевна и Сергей Васильевич. Второй раз вижу Ольгу в такой красивой платье. Ольга у нас с 5 класса, как я ее помню, гроза мальчишек. И если девчонок обижают парни, они идут жаловаться, поддержку искать у Ольги. Ольга разберется со всем. Она до глубины души поразила Светлану Валентиновну Калинину, когда сдала замечательный ЕГЭ по русскому языку. Единственная в гимназии, которая сдает литературу, сдала. Будем надеяться, что сдала так же успешно, как и русский язык. А собирается она стать дизайнером. И при решении педагогического совета мы награждаем похвальной грамотой Сучкову Ольгу за особые успехи в изучении предмета русский язык, литература. И вручаем аттестат. В аттестате у нее только хорошие оценки. Праздника! Для вручения аттестата приглашаются Терехин Константин Юрьевич и его родители. Thank you.
Костя появился в школе, если, я подчеркиваю, махнув рукой, это обозначает, можете начинать, Борис Павлович, я сегодня здесь. Это очень и очень творческий человек. Играет на гитаре, сочиняет стихи, увлечен музыкой. Это звукооператор гимназии. Ни одно мероприятие не обходится без Константина. Это знаток английского языка, победитель олимпиад как муниципальных и областных. Ну и подтвердил свои знания на едином государственном экзамене. Это душа не только класса, но душа и города, и многих-многих представительниц прекрасного пола. По решению педагогического совета мы вручаем грамоту, похвальную грамоту за особые успехи в изучении предмета английский язык. И, конечно же, спасибо родителям, которые тоже у нас всегда активны, помогают в школе. Ну а без Кости я не знаю, как мы будем жить дальше, не знаю. Трудолюбивая, упорная, имеет замечательные способности к предметам естественно-научного цикла. Одна из девушек, которая сдавала физику в 9 классе, правда, изменила в 11 физике. Катерина всегда у нас хороший помощник классного руководителя. Принимает активное участие во всех школьных мероприятиях. Успехов, Катя. И сегодня мы вручаем аттестат только с хорошими и отличными оценками Катерины Троечки, Туркевича Катерине. И хочется с души пожелать, чтобы все ваши мечты сбылись. Приглашается Фадеев Максим Дмитриевич и его мама Людмила Владимировна. Максим учится в нашей школе тоже с первого класса. Это единственный ученик в нашей школе, который с шиком подъезжает на рабочий день на машине. И что самое приятное, я сижу на переднем сиденье. Максим обладает очень хорошим чувством юмора, спокойный, уравновешенный, деловой. Удачи! Ну и сегодня мы поздравляем Людмилу Владимировну окончанием сына Максима в нашей гимназии. И по решению педагогического совета награждаем похвальной грамотой Фадеева Максима за особые успехи в изучении алгебры, геометрии. И Людмиле Владимировне тоже большое спасибо. Она все эти многие годы была очень активна в нашем родительском комитете. И большой привет и поздравление бабушке Валентине Витальевне. Приглашается Тутуров Алексей Андреевич и его родители Елена Валентиновна и Андрей Львович. Баскетболист, красавец. Когда у нас были соревнования Кострома «Здоровье спорт», явились наши 3 спортсмена. Лёха переплюнул в спортивной одежде всех. Если вы видели, вот вы смотрите спортивные соревнования, лыжные гонки. Вот спортсмен это Леша, красавец. Причем спортом он начал заниматься у нас и увлекаться очень давно. И поэтому во главе угла у него стоит. Не торопись, успеем все. Спорт для нас все-таки главное. Лешка закончил школу на хорошо и отлично. Удачи тебе. И мы награждаем Тутурова Алексея похвальной грамотой за активное участие в спортивной жизни школы. И второй спин, вот
гимназии. Поздравляем! Вручение аттестата приглашается Широковского Дарья Анатольевна и ее родителей Любовь Сергеевна Анатолий Николаевич. Дарья относится к тем людям, кто делает дела в то время, как другие только о них болтают. Целеустремленная, упорная, работоспособная. У Надежды Борисовны в кабинете очень много кубков за победу в спорте. Так вот, среди этих кубков немалая доля и немалый вклад и Дарьи. Это и лыжи, это и легкоатлетические кроссы. В ее аттестате только хорошие и отличные оценки. По решению педагогического совета мы награждаем Широхвостову Дарью похвальной грамотой за особые успехи в изучении алгебры, геометрии, обществознания и, конечно же, грамотой за активную спортивную жизнь в школе. Спасибо, Даша, за сидение и поздравление. Перед вами наша кукла Барби. Только за последнее время наша Катерина выросла, расцвела. Помню, как она у нас была маленькая-маленькая в 5-м, 6-м, 7-м классе. И к ней относились все с нежностью, с добротой, любовью. Катерина закончила музыкальную школу. Хохотушка, веселушка, душа нашего класса. И сегодня мы вручаем аттестат с хорошими оценками Шматовой Екатерине. И от души поздравляем с успешным окончанием школы. Желаем всего самого доброго, чтобы все ваши мечты исполнились. При вручении аттестата приглашается Юдин Александр Владимирович и его родители Светлана Евгеньевна и Галина Львович. Уравновешен, воспитан, имеет чувство такта, корректно разговаривает с учителями и одноклассниками. Саня очень замечательно сдал ЕГЭ как по русскому языку, так и по математике. Меня, как учителя математики, он поразил самое сердце. Саша – постоянный участник всех спортивных соревнований. Это тоже спортивная элита нашей школы. Удачи, Саша! Это тоже второй юнок, Сергей Юрьевич, заканчивая нашу гимназию. И сегодня в аттестате у Саши только хорошие и отличные успехи. По решению педагогического совета мы награждаем Юдина Александра похвальной грамотой за особые успехи в изучении алгебры, геометрии, а также почетной грамотой за активное участие в спортивной жизни в школе. И еще мне хочется сказать отдельное спасибо Владимиру Львовичу, который нас снабжает частной мебелью и безотказно нам тоже помогает в школе. Спасибо большое! Помните сказку, да? Старший умный был детина, средний, младший, и вам напрочь это, конечно, отмёл. Удивительное дело, в Иване сочетаются две вещи – лирик и физик. Это творческая натура, но в то же время и склонен к точным наукам. Театрал, певец, танцовщик. Мы, конечно, очень редко его видели. Он больше всего за границей. Душа класса. Мне очень приятно вручить аттестат Ивану только с хорошими и отличными оценками. Это действительно очень круто.
по решению педагогического совета мы награждаем похвальной грамотой Яковлева Ивана за особые успехи в изучении отдельных предметов английского языка. И отдельное спасибо Олегу Геннадьевичу, который тоже помогает нашей гимназии. Мы помним и образовательные программы, которые были в нашей школе, помним и поездки во Францию, и сейчас мы катаемся постоянно на лыжне, которую вы прокатываете, и много-много другое. Спасибо вам за вашего сына и спасибо за помощь в гимназии. Взмахнув крылами, печалью сердца, прощаясь с нами, не замолкаем, не про условия, расстаться с детством. Мы не готовы высылать и играть, чтобы детство было удержать, но за дня века. Наше детство тень будет весело удержать, но за нами кает день, и все дальше детство тень. Беспечно осень, листву играя, нам не по детстве напоминает. Мы снова в классе, как прежде вместе, но с каждым часом все дальше детства, да и ничего печаль, пусть уходит детство, да. Только вот одна беда, нам его вернуть нельзя в чай, пусть уходит детство, да. Только вот одна беда, нам его вернуть нельзя. Но наша грусть, она чиста. Будем весело играть, чтобы детство удержать. Но за нами хранит вещь, детство тень. Знаем, чему печаль будет детство дать. Только вот это беда, на него вернусь нельзя. Для вручения медали я приглашаю на сцену начальника отдела по образования Нину Александровну Парухину. Расим к нам пришел в 5 классе. Как Изюмка Ганашила, визитной карточкой этих выпускников Лужковской школы стали русские частушки. Глядя на Расима, про это точно можно сказать. Медалист, умник. Причем можно сказать, что Расим завоевал в прошлом году, стал победителем Олимпиады по истории в нашем городе. И в этом году тоже. Он принимает участие в Олимпиадах и по физике, и по математике. Правда, там с местами восторга. Но молодец. Расим является победителем школы по подтягиванию туловища. О, попробуйте вы подтянуть свое туловище. Не получится. 36 раз, сказал Максим Николаевич, главный судья. Расим постоянный участник всех спортивных соревнований. Очень воспитан. Нет больше таких мальчиков в нашей школе. Вот найти хоть какой-нибудь недостаток в этом человеке нельзя. Удачи тебе, Расим. Спасибо вам, родители. И вообще это многодетная семья, и у них 2 выпускника –
мой закончил нашу основную школу. А вот сегодня Расим заканчивает отлично нашу школу. А Григорий Всеволодович все эти годы тоже помогал в школе. Без него не была бы у нас театральная студия, так, Евгения Павловна? И много-много вопросов мы решаем вместе. Спасибо вам большое, вашей семье, за воспитание ваших детей и за помощь в школе. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, уважаемые гости, родители, мне очень сегодня приятно присутствовать на этом празднике, посвященному выпуску, очередному выпуску из нашей муниципальной гимназии. 2012 год – это год особый. В России он объявлен годом истории России. И совсем немножечко пройдет времени, и мы скажем, что наши успехи, успехи нашей гимназии, о тех, о которых говорила сегодня Надежда Борисовна, уйдут тоже в историю. Но в какой истории, с какими результатами? Я поздравляю сегодня весь педагогический коллектив, всех ребят с успешной сдачей единого государственного экзамена. Очень приятно. И знаете, наша гимназия является, вот Надежда Борисовна говорила, что по итогам единого государственного экзамена в том году вошла в 900 школ, лучших школ мира. Но она всегда, вот на протяжении уже 19 лет, на следующий год мы будем исполняется 20 лет в школе-гимназии, в 93-м году она открыта. Но она всегда с первого года являлась брендом Костромской области. Я не говорю уже о нашем муниципальном районе. И это заслуга в первую очередь, я считаю, педагогического коллектива, который возглавляет заслуженный учитель школы Российской Федерации Надежда Борисовна Касаткина. Ее мудрость, ее дальновидность, умение видеть перспективы – это очень дорогого стоит. И я сегодня поздравляю особенно Надежду Борисовну с очередным выпуском. Спасибо вам, Надежда Борисовна, что вы собрались такой творческий, неповторимый, талантливый педагогический коллектив. Спасибо вам огромнейшее. И разрешите зачитать постановление главы муниципального района о премировании выпускников общеобразовательных учреждений муниципального района город Нерехты и Нерехтовский район, награжденных серебряными медалями за особые успехи в учении. Постановление номер 536 от 20 июня 2012 года. Во исполнении поручения губернатора администрации Костромской области на основании положения премии за особые успехи в учении, утвержденного постановлением главы муниципального района город Нерехты и Нерехтовский район от 10 июля 2009 года премировать выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений муниципального района город Нерехты и Нерехтовский район, награжденных серебряной медалью за особые успехи в учении в размере 20 тысяч рублей каждого из средств муниципального бюджета за счет общей сметы расходов, предусмотренной по разделу образования. И очень отрадно, что среди 11 серебряных медалистов нашего муниципального района 6 медалистов у муниципальной гимназии. Серебряная медаль за особые успехи в учении вручается Абасову Расиму Хайбулатовичу. А также благодарственное письмо от главы администрации муниципального района Бориса Васильевича Овсянникова. Я его зачитаю, чтобы в следующем уже не зачитывать. Благодарственное письмо администрации муниципального района благодарит за отличную учебу выпускникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии Абасова Расима Хайбулатовича. Сегодня перед тобой открывается дорога в новую жизнь, самостоятельную, ответственную, интересную, но еще неизведанную. Поставь перед собой цель, прояви упорство, твердость,
специалистом. Люби свою страну, свою малую родину. Люби свою новую взрослую жизнь. Иди по ней уверенно и достойно. Спасибо. Приглашается Артемьева Татьяна Вячеславовна, ее родители Ирина Валерьевна и Вячеслав Валентинович. Глядя на эту хрупкую девушку, вы никогда не поверите, что она чемпионка города в беге на 1000 метров. Умница, красавица, постоянная участница Олимпиад, призер Олимпиады по экологии ОБЖ в прошлом году. Татьяна увлекается химией и биологией. Душа класса, активистка. Принимала участие, вот вы все смеетесь, я опять про это скажу. Она является тоже победителем интеллектуальных олимпийских игр еще в 5-м классе. Премировать выпускника 11 класса муниципальной гимназии Артемьеву Татьяну Вячеславовну премии в сумме 20 тысяч рублей и вручить серебряную медаль. Олимпиад по русскому языку, литературе, французскому языку. На протяжении нескольких лет Кристина ездила в Кострому на Олимпиады защищать честь нашего муниципального района. Обладатель прекрасного голоса, как вы видели. Кристина вместе с Наташей Бачейкиной очень любили меня. И особенно издеваться потихонечку надо мной. Острый ум. На очень-очень серьезно иногда такие штучки откидывали. Молодцы. У них очень хорошее чувство юмора. Умницы. Вообще замечательные дети у нас. Которая занимается футболом. Защищала честь города на российских соревнованиях по футболу, на муниципальных. Наталья постоянная участница Олимпиад муниципальных по русскому языку литературы. Их неоднократный победитель. В прошлом и в этом году опять-таки защищала честь нашего города на Олимпиадах по данным предметам в городе Костроме. Удачи, Наталья! Серебряная медаль, благодарственное письмо и премия вручается Бачейкиной Наталье Алексеевне. Александр Геннадьевич и его родители Геннадий Романович и Нина Владимировна. Александр – это у нас вторая ходячая энциклопедия после Димки Ганашилова. Умен, скромен, очень
обладает очень хорошим чувством юмора. Опять-таки, так же, как и Андрюха Рудницкий, запросто может разрядить обстановку в классе. Пользуется большим уважением среди наших одноклассников. Саша – постоянный участник олимпиад по истории, математике, физике. Занимал призовые места. Удачи! Александру Геннадьевичу. Для вручения аттестата приглашается Кузьмичев Михаил Дмитриевич и его родители Татьяна Владимировна и Дмитрий Леонидович. Арифметическая ошибка, его первые слова. Ну как же это так-то, ну что в самом деле, ну такого-то быть не может. Мишка, единственный ученик в нашей гимназии, который, сдав 2 экзамена по ЕГЭ, набрал 180 баллов. Это проходной балл в любом институте. 90 баллов по математике и 90 баллов по русскому языку. Я надеюсь, что будет 90 баллов и по физике. Мишка еще обладает таким очень интересным свойством, я всегда про это говорю. Когда Мишку вызывают к доске, у него голос тихий-тихий, скромно так себя ведет у доски. Но как только Мишка в коридоре, слышно на всю гимназию. Спокойный, уравновешенный, с чувством юмора. Удачи тебе, Мишка, на жизненном пути. По географии, математике, физике. Благодарственное письмо Кабельской избранной серебряной медаль и премия в сумме 20 тысяч рублей вручается Кузьмичеву Михаилу Дмитриевичу. Счастливы!
уважаемые выпускники, вас поздравляю, заместитель главы муниципалитета, выпускник гимназии, родитель Илья Александрович Мамой. Может, помните на последний концерт, пожалуйста. Дорогие выпускники, уважаемые родители, педагоги, не пришли быть у вас на последнем звонке, сегодня пришел, я не узнаю те классы, которые там присутствуют. Там были еще девочки и мальчики, а сейчас это уже прекрасные девушки и молодые люди. От лица администрации муниципального района, от себя лично хочу вас поздравить с этим замечательным днем, с вашим выпускным днем, выпускным праздником, можно сказать, окончанием школы. Хочется пожелать вам, что в своей жизни вы реализовали, поймали свою удачу за хвост и не отпускали вас. Но при этом, куда бы вас ни забросила судьба, вы всегда помните, что вы не легчане, что вы учились в гимназии. А школа это, поверьте, стены этой школы хранят очень много тайн. Мои, Сергея Николаевича тайны. И многих родителей, которые сегодня выходили на эту сцену со своими детьми. Так вот, мне хочется, чтобы вы всегда принимали те добрые, положительные эмоции, которые вам принимали наши дедушки и бабушки, учителя, стены этой школы, дома и территории нашего города и района, нашей области. Хочу, чтобы в любом месте, где вы будете прикладывать свои усилия, всегда как не стеснялись сказать, что да, я родом со стороны, я из нее. Слово для поздравления предоставляется председателю собрания депутатов Нерюбинского района Татьяне Михайловне Лапиной. Уважаемые выпускники 2012 года, уважаемый педагогический коллектив школы-гимназии и родители, сегодня очень торжественный день, и хочется в этот день, конечно, пожелать всем успехов, дальнейших успехов. Те успехи, которые достигнуты сегодня, уже позволяют вашим детям пойти дальше учиться. Дано лишь сильным побеждать. Поэтому успехов вам, дорогие, хорошего. Не забывайте, что у вас есть родители и школа. Медалисты, мы решили в честь вас устроить сегодня салют. Салютуйте! Сейчас, как на фабрике звезд, вы номинированы на выбывание, и назад дороги нет. Сейчас вы отдадите эти звезды тем, кто был для вас все эти годы самым дорогим, и тому, что было самым ценным для вас. Я отдаю эту звезду своим родителям, которые были со мной на протяжении этих долгих лет. Спасибо вам большое. Я отдаю эту звезду своим друзьям, самым лучшим, самым верным и самым надежным. Я отдаю эту звезду своим учителям. Спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо за поддержку и понимание. Я отдаю эту звезду своему детству, которое уже никогда не вернется. Детство мое прощаю. Я отдаю эту звезду своим беспечным школьникам. Было здорово. Я отдаю свою звезду всем тем, кто учил меня все эти годы завоевывать и покорять этот мир. Мы это сделали.
тема нашего шоу, и это все о ней. Мы имеем в виду нашу гимназию, где, в общем-то, мы сегодня и имеем честь присутствовать. Я считать и научила умножать и вычитать, да они без напряжения корни могут вычислять. По предмету моему нет претензий ни к кому. А мои стихи читают, пишут грамотно и чисто. Могли бы быть и медалистами. Конечно, у меня есть исключения, с ними вечно приключения. А своих я как любила. И я тоже. Сядем проверять тетрадки. Там работы как на грядке. Пишу, черт не разберет. Двое в целый огород. А мои? Мои, да наши. С каждым днем умней и краше. В детстве очень озорные. А теперь какие он? Что, заметно поумнели? Нет, на шею тели. То проспали, то влюбились. То сроков испарились. Да за ними глаз да глаз. Утомили они нас. А впереди еды оставали. И опять вы не спали. Эх! Всю молодость губили. Слышь, Павловна, совет ждет нас по 11-му. Четко следуя заветам, вам хочу признаться я. Уважаю педсоветы, лучше и сказать нельзя. Все расскажут достоверно. Преуспел кто, в чем и как. Кто ведет себя примерно, ну а кто грубить мастак. Уважаемые, здрасте. Подошел уже черед нам в 11-х классах подвести как есть итог. Вспомню все как на духу. Случай вышел на природе, вот примерно на слуху. Инцидент один в походе. Да-да-да. Андрюше руку повредили там как раз. Прокурор за эту штуку очень зол был на ваш класс. Уголовный кодекс чести детям выпало узнать. И теперь такие вести. Два Максимушки служить в полиции хотят. Были и еще проказы. Вам доложим без прикрас. В туалете унитазы разбивались как-то раз. В туалете видит глаз. Это ваши забавлялись. Ваш 11-й класс. Вы, коллеги, очень узко размышляете сейчас. От учебной нагрузки разряжался так наш класс. Ну, а это вот, к примеру, писали странные слова. На стене весьма не в меру. Так что кругом голова. Нет. Ничуть не странно, это все эксперимент. Язык особый, иностранный, так изучался в тот момент. Корешками вверх сажали ваши деточки цветы, ложки в классе разбивали, губя природу красоты. Я, коллега, не согласна и даю такой ответ. Корень жизни, вот опасный, искали дети, в том секрет. А прогулы, опоздание, физкультура через раз. Как же быть с образованием, если не послушать класс? Случай тоже объяснимый. Вы должны понять, ребят. Президент по всей России на час сдвинул циферблат. Хорошо. А пиво моды и подделка паспортов, я надеюсь, не для моды и развития умов. Виноват во всем прогресс. Менделеева таблица. Так в химический процесс решили деточки включиться. А ночные клубы как же? Для науки и добра? Ваши дети не однажды ходят сонные с утра. Знаю, чувствую невзор. Все ночные дискотеки, то отдельный разговор. И, увы, не для потехи. Ну что?
что же вы в самом деле? Мы немало здесь сказали. Дети наши повзрослели. Вот уже 11-классниками стали. Годы школьные промчались, незаметно, даже слишком. В сердце нашем вырастали и девчонки, и мальчишки. И победы ваши с нами неразлучные шагают. Мы гордимся именами тех, кто в олимпиадах побеждает. Баскетбол и лыжи, кросс, конечный туризм. В чем же жизнь, тем, чем жили все в эти годы, от души благодарим. Будем помнить тех, кто в спорте приносил успех. И, конечно же, мы споем сейчас для вас. Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже весело, смотрим мы на ребят. Ох, и жизнь наша быстрая, что со скоростью выстрела, и сегодня прощается, каждый с классом своим, пристаю тебе слов, детям не повезло. А я всех вас люблю, даже двойкам на то. А я всех вас люблю, даже двойкам на зло. Признаю себе слов, детям мне повезло. Мирашки прекрасные, я была у них классною, и вела математику, и грузила не зря. А я тоже прекрасен, не спускал своих зорких глаз, вел историю с обществом, иначе нельзя. Признаю я без слов, дети мне повезло. А я всех вас люблю, даже двойкам на зло. А я всех вас люблю, даже двойкам на зло. Признаюсь я без слов, дети мне повезло. Наша песня качается, выпускной наш 11-й, ты уйдешь навсегда. Признаемся без слов, дети нам повезло, и мы любим вас, даже двойкам на зло. Признаемся без слов, дети нам повезло, и мы любим вас, даже двойкам на зло. Помните, 2 года назад в этом зале показывался 9-серийный сериал «Школьные годы». Мы тогда обещали, что снимем еще 2 серии. Осталось несколько минут, когда закончится 11-я серия. Мы вспоминаем с Марией Павловной, когда впервые пришли к вам. У вас в глазах светился интерес. Какая? Какой? А у нас какие? Мы испытали со временем и будем испытываться. Время будет ставить все на свои места. Помните, Екатерина II говорила, когда ее хвалили. Она мне всегда отвечала, вы мне льстите. Время скажет. Мы становимся с сегодняшнего дня одним целым. Мы становимся единым. Потому что пока живы вы будете вспоминать, с кем учились и нас. А это будет проходить часто. И 1 сентября, и встречи выпускников.
И последний звонок, и школьный бал. Так полилось на Руси, отправляясь в дальнюю дорогу, присесть, вы все сидите, и попросить на прощание прощения. Мы с Марией Павловной просим вас прощения. Простите, если были дерзки, простите, если иногда не понимали вас. Сегодня по Первому каналу пройдет программа для выпускников «Алые паруса». Приплыл этот корабль, стал не парусами для вас. Вот оно! Вот она, взрослая жизнь. Мы классные руководители и наши коллеги хотели, чтобы вы вступили на берег взрослой жизни, сохраняя такие качества, как честь, совесть, достоинство, ответственность, любовь. Что вам еще пожелать? Мы желаем вам силы, вдохновения, поменьше неудач, тревог и слез, и в наш нелегкий век еще терпения и исполнение мечтаний всех и грез, чтоб по душе нашли себе вы дело, чтобы повстречали настоящую любовь. Вперед, выпускники, шагайте смело! Что вам подарить? И решили подарить магнит на холодильник. Впереди у вас студенческая жизнь. И очень часто, заглядывая туда, он будет пуст. Но вас будет радовать этот магнит. И вы будете рады, когда будете смотреть на него и говорить: «Не одна я и не один я». Есть еще и такие 43 кто учился вместе со мной. А вы кто? Родители. Первоклассников? Нет, выпускников. Наконец-то мы с вами встретились в полном составе. Что же вы хотели? До нас дошли слухи, что наших детей ждут очень сложные тестирования. Ну, нелегко всегда жила слухами. И что же вы хотите? Какой-нибудь мастер-класс по тестированию? Нет. Мастер-класс с нами проводили наши учителя. А вы нам, пожалуйста, проведите вебинар. Или коучи. Или на худой конец тренинг. Это что-то новенькое. Мне нужно связаться с руководителем научно-аналитического общества «Бакалавр». С ним нет связи. Что, вообще никакой? По телефону он вам ответит. И это все, на что вы можете рассчитывать. Он же в отпуске. Может, нам обратиться в металлический кабинет Грано? Там наверняка найдутся специалисты. Нет, не нужно никакой широкой гласности. Давайте по-семейному, по-родственному. Ничего не понимаю. Семья, родственники какие-то. Я вообще, вот, к примеру, первых родственников вообще первый раз в жизни вижу. А вообще кто проведет у нас этот мастер-класс? Преподаватель ОБЖ. А что такое ОБЖ? Моя дочь говорила, что это охрана беременных женщин.
Да нет, это так, побжу жвачку. Какие женщины, какие жвачки? Это охрана безопасности жизни. А при чем тут преподаватель АБЖ? Это кто? А, Максим Николаевич. Потому что у него самая длинная извилина. Извилина длинная? А можно его телефончик? Извилина у вас будет фуражки. Он потому что он такой же прямолинейный, как и его юмор. Ваши дети уже выросли, экзамены сдали. Теперь им прямая дорога в институт. Кому прямая, а кому придется и покрутиться. Что, так плохо? Да нет, наоборот, хорошо. Столько баллов, что во все вузы берут. Да не это главное. Наши дети будут учиться в институте. А как же мы им будем в учебе помогать? А то могут так зависнуть, уноси святых. Интересно, птичка какает. Нет. Мы будем помогать им по интернету. Благодаря нашим детям и учителям детей наших учителей, и учителей детей учителей, учителей наших детей, и учителей детей наших учителей, учителей детей наших учителей, ну короче, репетиторам. Мы тоже много умеем. Ну и что вы умеете? Да все. Я могу сломать и разобрать компьютер с закрытыми глазами. А я могу угнать его Аську. А я могу наспамить ВКонтакте так, что бан на месяц получит. А я могу так умыть все в мыле, что на МТК скриншоты с его переписки еще год выкладывать будут, и они в топ-100 попадут. Это еще что? Что, а я своему на рабочий стол могу такой баннер повесить? Какой? И такой, как у вас у всех висит. А просто. Выучишь уроки, баннер пропадет. А если учителя платить дневник ставить не будут, баннер опять появится? Ну что ж, я понял. Наши с вами выпускники без поддержки не останутся. Они тоже много и умеют. И смогут прыгнуть выше носа. Носа, мы прыгнем выше носа, только на свете поверим, не верим, а вы нас, детишки, девчонки и мальчишки, не победите, не победите. И мы провожали с волнением своих сыновей, дочерей, а нынче глядим с умилением на подрастающих детей. Важнейшая в мире работа доверена учителям. Спасибо за труд и заботу, успеха и творчества вам. Спасибо за ваше терпение, за ласку, тепло, доброту. Пусть вас посетит вдохновение в следующем новом году.
Пусть будет прекрасное здоровье. Проблемы пусть будут легкие. Пусть вас вспоминают с любовью все ваши ученики. Дорогие наши дети, сегодня Сегодня закрылась дверка в детство. Вы становитесь уже взрослыми. И мы, родители, от души вам желаем, чтобы ваша взрослая жизнь сложилась очень хорошо и очень удачно. Самое главное, дети, помните, что мы, родители, всегда будем с вами везде. Где бы вы, на каком расстоянии вы ни находились от нас, мы всегда рядом. И помните это. Мы за вас всегда, мы всегда вас очень любим, очень уважаем. И надеемся, что в этой жизни вам сопутствует удача везде. В жизни, в любви и здоровье и так далее. Во всех делах. Счастья вам, ребят, любви. Ну что еще можно от души? Потому что будет у вас все хорошо, будет и у нас все хорошо. Мы будем спокойны за вас. И дай Бог вам здоровья и счастья. Мы любим вас, дети. Мы любим вас так, как не любит никто. Мы любим вас так, как любят вас самые близкие к вам, это родители. Мы любим вас, я от лица учителей говорю, приходите к нам в школу, приходите к нам на выпускные, приходите к нам на последние... Как оно называется-то? Вы на последние звонки, приходите нам на наличие встречи, мы всегда рады вам. Мы вас любим, мы просто вас любим, тем более такой выпуск. Вы посмотрите, какие красавицы сидят, а? Какие красавцы сидят, да, аплодисменты. Я их не спущу, я им эти статы не вырву. Вот так ногами, а печать не поставлю. На второй год. Мы вас любим, приходите к нам. Приходите, мы вас любим. И от лица родителей, и от лица преподавателей мы благодарим кого? Учителей. Мы благодарим коллектив школы и лично Надежду Борисовну, нашего любимого директора. Как она летит? Да, ребят, давайте. Надежда Борисовна, подойдите к нам. Надежда Борисовна вводит смены. Она сегодня выпускает свою внучку. Этот человек сделал многое. Надежда Борисовна, спасибо вам большое за вашу мудрость, за вашу доброту, за ваше терпение. Спасибо огромное. Как мне подсказали, Надежда Борисовна, ваша заслуга, что создался 11 класс Б. Это была только ваша заслуга. Огромное вам спасибо. Все здесь присутствующие присоединятся. Но вам, мы хотим вам пожелать всего самого наилучшего, всего самого доброго. Ваша работа очень сложная, очень ответственная. Вы делаете очень хорошее, прекрасное дело. Вы воспитываете наше поколение, поколение детей. Еще сколько оно у вас будет? Ой, и дай Бог, оно еще будет больше и еще раз больше. И они радовали вас. И самое главное, они будут вас радовать, и у вас все будет. Наступил этот день последний, прощальный, самый памятный он и немного печальный. Школьный вечер у нас, самый памятный вечер. Приглашаем на бал, на последнюю встречу.
вам объявляется открытым. Тише стой, светилася звезда.